Так, ну типа оффроуд какой-то, да, начинается? Там нет грунтовой дороги. Просто грунтовки. Да. На горбуне я бы тут бы смог спокойно ехать бы, да, наверное? Да ты на бэхе тут бы нормально. И на бэхе, да. Смотри, елки, это сами растут они, да? Ну, сама, да, сам засыпаны. А мы ж тут где-то еще, да, к трассе выезжали, там по полю. Не-не, мы ж дальше по асфальту долго ехали, заправка. Да, а тут мы ушли влево. Был этот лагерь, а потом с лагеря мы еще, помнишь, там мы рубились на горку. Да, там крутое место было. Зимнее, крутое. Сейчас, наверное, ни о чем. Сейчас ни о чем. Зима, конечно, дает дополнительный экстрим. Надо будет поехать, будет следующая зима, когда здесь именно много снега, да? Места просто сказочные. Да. Единственное, что доехать, конечно, сюда не близко. Ну да, так, немножко. Но места очень красивые, почти как в Карпатах. Ну. О, грязь. О, хорошее место. Что, может, встанем? Все проедут, думаешь? Нивы не проедут. Но если он этот стоковый джип проехал. А, ну да. С правой стороны просто. Саньонг, да? Саньонг проехал на Чигиризе. А вот наш местный коллега, да? Или он на заднем? Не, полный, наверное, да? Да, полный. Кардан есть. Красавчик какой, видел вообще? Надо Вите показать такой, может, возьмет. Вот там точку внизу поставить, да? Для то, что надо. Похоже, кстати, было на Смело Трофи. Есть там видео, блин, ну тогда хищник меня просто убил. Когда мы это снимали. Короче, он тупо между деревьями, понял? Поваленные там и живые. И между деревьями, он между ними застрял, я еще ему предлагал, говорю, Вова, типа, может тут проехать. И он ломился, и они его держали, эти деревья, короче, он там висел, ну там жесть просто, есть там видео Смело Трофи, блин, не помню, как называется, но там просто жесть. Как он не упал в этот, там просто яр такой, не такой, а глубже еще, и более тупо вертикальные стены, ну вообще полностью, нива хорошая. О, красота. Надо забрать Нив. Забирай так, я дарю. Блин, у тебя тут комфортнее, чем в УАЗе, слышишь? Снимать легче. Да? Угу. Мне так трясет. Да, да. Или может дорога просто ровная? Так, о, там что-то... Становится вроде неплохо. Можешь включать полный привод. Или то мне кажется. Вон там УАЗик. Лайт, да? На запорожце тут было бы интересно более-менее. Хотя нет, тоже не сложно, да, по левой стороне, да? Есть объезды. Есть объезды, да. Да. О! А дальше лучше. Дальше лучше. Чероки. Думаешь, сядет? Я думаю, что сядет. Да нет, там пилот очень опытный. А, там мимо колеи там пошел, наверное. Да? Просто... Хитрый. Не по колее пошел. Класс, Саньонг. Не, ну Саньонг внедорожник. Ну и мелко то же самое. Ну. Там же тоже тот же мотор 2.7, та же самая коробка. Тяжелее, наверное. Да не, ну там геометрически все по-другому. Так то же самое. Мосты те же самые, раздатка, да? Та же самая. Все а подвеска? Все полностью с МЛ. Полностью, да? МЛ. Да, это МЛ-ка. Вот такая как. Только слушай, колесную базу увеличили, ну, да? Чуть-чуть там, да, может что-то поразвивали. Растянули. Растянули ее само по себе. А так мотор это же 2.7 МЛ-ки. Раздатка, коробка, это все от МЛ там стоит. Все лицензионное, да? Да. Уже первые шли так с запчастями Mercedes, это потом лицензию начали уже. Слышишь, тут бы в натуре попасть бы, когда все это растаяло, да? А тут вообще не проездное, я думаю, тогда стану. Вот это место, надо, слышишь, надо, короче, Андрюхе сказать будет, чтобы...
На следующий год подготовить. Ну, место, чтобы промониторил, чтобы, я имею в виду, состояние почвы, чтобы приехать вовремя. Под Киевом мало таких мест. Не, ну тут классно, блин, оно... Да, и глинистая такая. И глинистая, и длинная, и места красивые. И лебедица не за что. О, кстати, ты говоришь под Киевом. Ну, он какие-то есть тут? Ну, далеко. Далеко. Так, если на тех первых лужах сел, то даже из-за лебедицы. Блин, бросает тут красиво просто. Просто шикарно. Давай, первым не интересно. О! Я дороги не знаю. Прямо. О! Ну, чуть влево можешь? Чтобы его хоть видно было. Да. Класс. Ну, такая глинистая почва. За нами Саня. Он не застрянет. Да я не думаю, что там, ну, твердо, да. Ох, как красиво тут. Прикинь, когда все зеленое, сейчас немножко еще. Блин, мы тут ускорились жестко. Ну, для лагеря лавочки хорошая, смотри, под деревом. Здесь направо, да? Блин, глухие места какие-то. Блин, какая хата вообще какая-то, наверное, лет 200. О, как окошечки маленькие. А вот, смотри, аж в землю зашла. Ну да. Ёлки-палки. Вообще. Слышишь, похоже место... А, тебя тогда не было, наверное. Не-не, знаешь, где мы в рейде были у Масёмы в прошлом году? Вообще вот четко, да, вот четко вообще даже местность похожа. И подъем такой же, и хатки. Вон, смотри, смотри, слева какая, елки-палки. Вообще, то есть что тут какая-то глушь нереальная просто. Куда это мы заехали? Вон дрова и огород, люди живут, значит. А, и вот забор свежий. Да, люблю такие места, знаешь, куда-то, где редко вообще люди бывают. Смотри, такой перекосик. На твоей вообще ни о чем. Андрюха так осторожно. Ну, конечно, с этими парами тут полегче. Сколько? 5,28? Да. Ну, считай, процентов 20, наверное. Пары. Легче чуть-чуть. Ну да. Слышно, да? Ну... Когда в горку или что-то, то, конечно, оно чувствуется. Потому что понижайка всего лишь 1,9. А, Nissan, всего 1,9. У Nissan идет родная понижайка 2,2, по-моему. У патруля ты имеешь в виду? Да, патруля. А тут с завода 1,9 всего лишь. Ну, а у Рубикона четверочка. Ну, да. То есть тут, да. Тут просится, да, пары пониже, потому что эти колеса большие, чтобы это все тягать. Ну, да. А когда у тебя есть кит, у тебя есть понижайка 1,4, то... Хотя на самураях же тоже там большие понижайки ставят. Ну да, там и к 4, и к 6. У Рафика 1:6 вообще стояло. Потому что мотор слабенький, а колеса хотят побольше поставить. Ну да, ну самурай вообще как бы под эту тему. Ну, у УАЗики же тоже ставят там 1:4 и 1:6 есть. Ну да, у Андрюхи 3,3 на Патриоте. Да, про понижение в раздатке мы говорим. Красиво, да, как, смотри, приедем. Вообще. И березки зеленеют. А на асфальте мы куда? Прямо едем? Да.
Можно на верху остановочку сделать. Что-то тут. Ну это ж какая-то нагрузка. Андрюха, что-то сзади никто нету. Что? Слышишь, так тут надо не телефон, а номер карты писать, куда бабки бросать. А тут телефон. Охраняется. Правила поведенки. Петь нельзя, да? Или можно? Заборонено. Короче, по траве ходить нельзя, пишут. Бляхи даже тут, да? Ты посмотри, везде, блин. Ну, хорошая погода. Стабилизируется уже. Макс, а куда мы идем? На дачу. На дачу? Ёлки-палки. Какой-то гусь, говорит, тут был. Садя, давай ты будешь экскурсоводом вместо Вити сегодня. Да, а потом, когда была революция, хаты повывалило не то. Ой, блин. Ну, прикол чеке, наверное, когда. А, недавно было? Знаешь, такое Бакая? А, тю, елки, я думал, ты про 17-й год рассказываешь, а ты про то, что сейчас, недавно, да? А ты про 14-й, да? Одни трубы остались, говорю, а что это за трубы? Камин? Камины только остались. Сейчас покажу позже. Так вот это, чтобы на трубы посмотреть, говорит, сотку, чтобы за заезд дайте, да? Охренеть. Так а сам Бакай где, вот тут или что? Вот это, крестик. А, в России? А я думал... Вон трубы сзади, видите, остались только от дачи. Да, красота. Ромыч, расскажи, что ты знаешь про эти места. Я знаю про бывшего собственника. Знакомый твой какой-то? Мой знакомый, его бывший начальник охраны. Ну, рассказывай. Ну, что рассказывай. Что, как тут произошло? Все нормально. Вы держитесь? Правда восторжествовала. Да? Все сожгли лишь? Сними дерево. Дерево трезуб? Ну какой-то трезуб такой. Какой-то корявый немножко. Ну красивый все равно. Так а где? Одного ж нету лица. А, бородач есть? Подожди. Ну что? Та что я селфи-видео снимаю? Ну как я вам, друзья? Осторожно. Ты расшатаешь мне нос. Что ты делаешь? Остановись. Давай. Остановись. Остановитесь. Помнишь, говорил один человек известный? Остановитесь. Селфи сделали. Нормальные места, конечно. Сейчас, о! Я на белом коне, Руслик, буду. А я уже на селфи на белом ехал только что. Андрюха говорит, местное межгирье. Да, красиво тут. Дорожки. Сейчас пойдем наверх. Блин, это может хозяин бывший вернулся. Может это хозяин бывший вернулся, я думаю, кто это едет? Тут есть места хоть? Да. Ё-моё, так я ж мог на рейндж-ровере, это же еще круче, чем на Паджеро. Блин, а как же залезть? Он как-то выше стал, или то мне кажется. Или то я был выше. Нет, но ты стареешь. А куда мы? Куда мы едем? Круговое движение, Андрюха.
Фу, я уже отвык от твоего стиля вождения жесткого. Все, приехали. Блин, накатался. Шикарно, спасибо. Ну, конечно. Ну, на рейндж-ровере доехал к Бакаю. Так. Ёлки-палки. Все сожгли, сломали. А можно ж было все поделить. Пропало народное добро. Да. Ну, такая площадь хорошая. А как это все сломали? Где? А где то, что осталось? Или по кирпичам разнесли? Да? Охренеть вообще. Хоть видеокассета, может, какая-то где-то лежит. Это не, ну не немецкая, что ты начинаешь? Просто. А где вход? Это я обхожу периметр. Нормальная площадь. Судя по трубам, высота была хорошая. Да. Так, тут дорожки. Непонятно как-то. Или это вокруг просто все заросло? Где вход? Подвалы есть. Так. Не, это какая-то кочегарка, наверное. Слышь, а где вход, я не могу понять. А, это сруб был, да? Да, и сгорел. О, Андрюха, ты же тут все должен знать. Да, я в Годе были. Годе, типа Межугорье свое было. Ага, сруб сгорел. Так, а где вход? А, вход тоже был же с сруба, да? Тоже сгорел, да. Может, какая-то была пристроена. Теперь понятно. Пчелки опять, да? Пока. Дельфину звони, пусть едет, обзор спилит. У него хорошо получается. Так, ну продолжаем наш маршрут. Ого, как красиво тут, елки-палки. И вниз. Ого, тут зимой хрен заедешь в эту гору, наверное, да? И спускаться весело. Ну, на лыжах хорошо, наверное. Хотя тоже не очень ровно. Так. Да, тут для зимнего такого жесткого рейда есть места, именно когда много снега. Дня, правда, маловато будет, да? Чтоб все объехать зимой. Да, дожди хорошие были. Такие вымоены. Так, енот побежал, но уже не видно. Квартиру что-то. Юзик этот. Ага. Стал депутатом. Теперь у него жена стала резко фобом, успешным бизнесменом. Заплатили сразу там 250 тысяч, по-моему, кредита, сразу погасили. Пошло дело вверх, да? Сразу кредит погасили, сразу еще машину купили, вторую квартиру. Сразу буквально за 2 года успешными бизнесменами стали. Да. Красота, красота, красота. О, каких-то местных джиперов догнали, не. Ого, смотри, тут кто-то рубился, посмотри, палочки, колея. Да, на пару недель опоздали, да? С лопатой, видишь. А, рубился, видно. На пару недель опоздали мы в оффроуд. Вот это джипер, блин, да? Это мы тут по лайту. Жека, Жека, отходи, тут джиперы, блин. Это страшное, что один, что второй, блин. Какие лица? Лица жесткие, да, да. Сейчас дверь откусит ему. Ты ж ты самый чувак.
А, это мы объехали по кругу, слышишь? Мы сюда ездили, да? Да, да, это мы объехали по кругу в то же место. А, да не, надо было этой дорогой ехать. С другой стороны. Ну тут дорога показана, что есть вниз, потом направо, и мы выскакиваем на ту дорогу. Просто здесь реально бетонный блок лежит. Так, развернулись. Ты понял, это мы так парк объехали по кругу, получается. Ну, да, да, да. Такой круг дали нормальный. Так, потихоньку спускаемся вниз. Сзади прадик только, да? Впереди. Thank you.